Генеральные прокуроры стран-участниц ШОС говорили о новых методах борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков и оружия. Так, глава надзорного органа Казахстана Асхат Даулбаев в рамках Шанхайской организации сотрудничества предложил создать базу данных образцов новых наркотиков. Это обусловлено тем, что в Казахстане, как и во всем мире, остро стоит проблема появления неизвестных видов опасных препаратов. И потому работа по перехвату, противодействию, транзиту и распространению наркотиков будет эффективнее, если усилия государств в этом направлении объединить. Коллега Асхата Даулбаева из Китая добавил, что органы прокуратуры должны усилить также юридическую взаимопомощь в расследовании наркопреступлений. В Таиланде с соседними странами внедрили систему оповещения о новых наркотиках, а их образцы переправляются в лаборатории этих государств. Такой подход значительно сокращает время и расходы на исследование новых видов наркотиков, стоимость которых только в Таиланде в среднем составляет 1000 долларов за одну экспертизу. Представляется, что использование каналов УНП ООН для создания банка данных, передачи друг другу образцов позволит решить проблемные вопросы для наших экспертов.